Я работаю учителем математики и, как специалист, наверное, я хочу вас познакомить с некоторыми очень интересными цифрами, которые находятся в общем доступе. Цифрами, которые позволяют сделать вывод о грабительской политике правительства. Меня очень интересовало, где прибудет, где убудет, ну и, естественно, где выгода. По данным Росстата 2014 года, на которые я опираюсь, на основании тех данных, которые приводит Росстат, людей, которые выходят на пенсию при нынешнем возрасте, 60 и 55 лет, примерно 33 миллиона человек. Людей, которые в возрасте 63 года и старше, уже 22 миллиона. То есть при повышении пенсионного возраста 11 миллионов человек до пенсионного возраста не доживут. Каждый третий, уходящий на пенсию, этой пенсии не увидит.